Ты. Олег, привет. Встань, Саня. Твоя ладить можешь? У него рот живет. Понятно. Завяжи рот, чтобы он верхняя челюсть. Даже лопатый нос. Сломанная верхняя челюсть, что еще? Да. Сломан нос? Да, трясение воздуха. Ну, это по проверке надо. Более левая часть. Ну, это уже завтра в группе будет, я не скажу. Тебе сейчас операцию на носу на губе сделали, да? Сделали во рту, челюсти поправили, справили. Нос завтра будет. То есть сегодня губой вправили челюсть, да? Да. Как ты себя чувствуешь? Херово, все будет. Все болит, да? Тебя здесь поставили в больнице лежать? До месяца. На месяц? Да. Ничего себе. Скажи, двое было, да? Да. Сколько по времени это длилось? Сколько били? Долго? Около минуты. Около минуты. Окликали, не окликали по имени? Нет, они стояли. Я ребенка отправил домой. Ой, давай, отправили. Подогнала с ребенком. И до подъезда по встрече был два человека. И понял привет. Я опускаю голову, смотрю, разговариваю между собой, я чуть-чуть поднял голову и вижу, как удар летит в лицо. Я разворачиваюсь. То есть без просто, без предъява, без ничего так, да? Без ничего, просто сразу, ага. Да, сука. Вот, и потом после этого я убираю за поворот, они меня ловят подсечкой. Подсечка? Да, да, да. Ага. После этого бежит жена, скрикает, и не убирает. А светло было на улице, да? Светло. Ничего не забирали, не пытались выплатить? Ничего не забрали. То есть это не ограбление? Нет. Как думаешь, кто это? Какие-то отморозки, которые работают в деревне. Ты думаешь, что это гаишники? Нет, да. Ну, это же с милицией. Просто последнего с Беркута не было? Было еще Беркута. Вы просто с милицией давно, и такого не было. А после Беркутов у вас такое началось. Не связываешь? Может быть. Может быть. Понятно.